Desigur, ne pare rău pentru că am venit pentru două meciuri amicale și acum am rămas doar cu unul. Acum ne vom concentra asupra un singur meci și mergem înainte. Asta e. Din păcate, nu a depins tot de noi. Стопроцентные моменты у нас были только один во втором тайме, к сожалению, не удалось реализовать. У них несколько игроков, это игроки топ-уровня, тот же Мхитарян, Пицелли. Было интересно играть против такого соперника. К сожалению, не получится провести еще один матч перед Лигой наций, но мы благодарны и этому поединку.